может человек спокойно посрать? Пошли прочь, уроды! Ну, конечно. Он застрял в сортире. Разберусь с этими тварями. Выходи уже! Давай, выходи! Ты в своем уме? Я не вылезу из этого сортира, пока солнце не встанет! Я не буду тут торчать до рассвета. Тогда запусти генератор в лагере! Он включает свет! Ладно, поищу твой генератор. Ого, вот это громко. Он так поднимет на уши всю. Да, вот это. Это все. Может, теперь он вылезет из своей дыры. Все чисто. Можешь выходить. Чтобы меня сожрало какое-нибудь другое чудовище? Вот уж нет. Я остаюсь тут. Серьезно? Как хочешь, я ухожу. Вперед! Пристегнитесь. Выезжаем. Первопроходец, а вот и твое стадо.
Та девка, Бейли, сказала, что на этой дороге бандиты. Спокойно, Якуб. Я пойду расчищу путь. Держись сзади. Да уж, босс. Посмотрю, как тебя нашпигуют свинцом. Курва! Там! Смотри! Они этот фокус не выкинут. Это разведчики. Остальные узнают о том, что мы здесь, или от них, или сами. Захиль,
Кто этот Корриган? Чего мне ждать? Гранд-маршал траншейного города и карьера на востоке. Раз нам нужно в лес, придется договориться с ним. Насчет леса. Мой отряд был там. Не прошло и 20 минут, как половину тошнило черной слизью. Да, не волнуйся. У меня есть план.